субботу, 18 октября, около 2 часов дня украинские военные обстреляли системой реактивного залпового огня «Град» поселок Свобода в Кировском районе. В результате обстрела погибло двое. Семейная пара собиралась устроить пикник возле своего двора. Муж и жена погибли на месте. Еще одна жительница поселка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. От обстрела пострадали десятки дворов. Несколько частных домов теперь непригодны для жизни. В некоторых местах произошли возгорания. Были повреждены трамвайные пути, нарушены линии электропередач. Я подскочил, он еще был живой. Пытался что-то мне сказать. Ленка сейчас звонила. Она пыталась там залезть. Местный житель? Сосед. Сосед. Расскажите с самого начала, как... Ну, с самого начала, я после услышания выстрела, я выскочил с квартиры. Бьет его сестра и кричит: помогите, помогите. Убила. Я прибежал сюда, он еще был жив, хозяин. Руку оторвала, ногу выкрутила. Жена сразу насмерть. А соседка тоже еще была жива. Я сразу вызвал скорую и позвонил 101 в пожарную охрану. Приехала скорая, женщину забрали, пожилую. А их не забрали, потому что уже, как говорится, мертвые. Лежала в раскорячку. Бог его знает. Видно, ее взрывной волной просто ударило головой об асфальт. Потому что хозяйку, вон ее сразу в гаражу приперло, она лежит мертвая. Хозяин вон возле гаража лежит. Что у вас в вашем районе такие происшествия? Нет. Это первый раз такое. Ну, рука его лежит оторванная. В середине, да, в середине все было насилие.